Когда мы начинали реконструкцию наших столбов в школьный ресторан, мы ставили задачу уют, качество питания, и чтобы место принятия пищи, как это принято канцелярским языком называть, ну, было комфортное. Но вы пошли дальше. У вас и стены говорящие, и обучающие правильным вещам, которые пригодятся в жизни. В том числе повышается культура у наших детей и старшеклассников. Не абы как перекусывать, не абы как там, быстренько закинул и ушел. Общение, познание, желание быть лучше. Вот все это призывает из стен в том числе. Молодцы. Надеюсь, и оставшиеся 30 школьных ресторанов, которые мы в этом году отремонтировали, такого же достойного уровня. Будем продолжать.